Друзья, я срочно должен снять обзор вот на этот напиток. Это тибикос. Видите? На основе индийского морского риса. Вот на это говнище я повелся на Яндекс.Маркете. На Яндекс.Маркете этот напиток был со скидкой в нише распродажа. Но это, конечно, редкостное дерьмо. Вот честно вам скажу. Пить его, конечно, можно, когда он холодный. Но его обязательно нужно взбалтывать. Посмотрите, что на дне. Возможно, это даже какое-то вот животное индийское, морское. Ну, скорее всего, нет. В общем, сделан этот напиток из бешеного огурца, внимание, из индийского морского риса тибикоса, не пастеризованный, не фильтрованный, и открывать нужно осторожно. Это напиток пенящийся. Индийский морской рис. Один из самых мощных природных пребиотиков. Он содержит более 50 видов полезных бактерий и несколько видов дрожжей. Вот такие три бутылочки я приобрел. И вот у меня сейчас осталось полторы бутылочки. Объем 0,33. Не покупайте, не ведитесь на рекламу Яндекс.Маркета. Это опасно!